Всем привет! Решили мы сегодня поехать на Розу Хутор. Посмотреть, что там изменилось с момента нашего последнего пребывания. А последний раз мы там были... Года 3-4-5 назад. Да, приличное времени. Вот. Ну и решили снять видео. Идем другой дорогой к морю на остановку. Ну и она же к морю еще ведет. Мы все время уходили налево, теперь уходим направо. Огибаем изумруд с правой стороны. Вспомнила, вчера тут была дискотека в изумруде. Мы хотели на нее попасть, но так и не попали, нас не пустили. Только для избранных. Было в мыслях вот перелезть вот здесь, вот через забор. Да. Но потом выяснилось, что кто-то отъел прилично места. Животик. Некоторые. И не смогет, скажем так, преодолеть это препятствие. Еще размышляли. Ходят ли они там с браслетами, надевают ли им браслеты или нет. Как в Турции, да? Да, и мы если придем, нас сразу заметят, да. Нет, если бы можно было бы перешагнуть, не лезть, перешагнуть через забор. Перешагнуть. Да. Я бы, конечно, бы рискнула. А так попробовали через вход, и там сторож. Злая охранница. Злая охранница нас не пустила. Вчера купались на море в волнах во время шторма. Кто-то купался, а кто-то это наблюдал. Просто загорал, да. Ну как купались? Купаться-то заходить вообще опасно. Опасно это дело во время шторма купаться. Так на берегу ножки мочили. Иногда волной немножко накрывало. Вот. Что тут мы видим интересного? Дома. Гостевые. Улица другая. Надо посмотреть, как эта улица называется. Известинская, что ли, или ординатор? Орбитная. Орбитовская, да. Орбитовская. Мы жили в этом районе. По этой улице тоже ходили. Вот только-только подошли к остановке. Сразу подъехал автобус. Неожиданно оказался пустым. 105 ЧАЭ. И комфортным. Да, номер 105Э. Цена до Розы Хутор 224 рубля. С человека. Ну, ехать больше часа. Часа полтора-два, да. Так что наше приключение начинается. Так точно. Приехали мы. Вот канатная дорога. Как ты сказал, что там вершина, что с вершины не так? Ну, в облаках, кстати, видишь? Ничего мы не увидим снизу. В туман. Решили просто погулять. Не поедем по канатке. Что-то здесь как-то прохладно, я бы уже кофту одела. Игорь закаленный. Надо меня покажи. Морячка, да? Не мешало бы еще брючки бы одеть. Что-то как здесь прохладненько. Ну что, идем мы сейчас. Вкусная точка. Съедим по булочке. И погуляем. Часа полтора-два. Проедем. Какой гром. Покажем достопримечательности Красные Поляны. Так, тут еще и музыка играет. Зашли в Мак, короче. Взяли по себе по чизбургеру. По чизбургеру. Перекусить и двинуться дальше в путь. Приятного аппетита. Уже Ольга половину съела, да? Я не удержалась уже. Молодец. Доехали мы до Розы Хутор. Вышли раньше положенного на полчаса в Эстосадок, да? Или полчаса. Мы ехали минут 10. Да? Ну давай пойдем покажем этот Романов мост, через него перейдем. Ты вот знаешь, где он? Вот там, по-моему. Романов, там, да. Это ратуша. И мы пойдем сейчас туда, на эту площадочку сходим. Посмотрим, стоит ли тот пьедестал 1, 2, 3, 4. Так он возле
ратуша должен быть. Надо подняться наверх просто. Наверх, пойдем наверх. Поднялись. Вот они, 1, 2, 3. Что еще здесь? Вот река. Роза хутор, буковки. Да. Ратуша. Ратуша, вот. Время показывает без 5:12. Можно вот так постучать. Ну, пошли стукнем, пока никого нет. Давай, ты стукни, а я тебя за видео сниму. Только не очень сильно. Игорь. Давайте пока. Да. Все, пошли на тропу здоровья. Пойдем мы сейчас по тропе здоровья. Круг почета сделаем. Отсюда мы выйдем, зайдем, вот так вокруг пройдем. Вот здесь вот выйдем. Посмотрим, осилим мы или нет. Вот Игорь первый стартанул по тропе здоровья. Ну что ж, выбрали самый сложный маршрут. Перед нами 118 ступеней. Пошли. 35. Это достаточно много. Треть мы уже прошли. Хоп-хоп-хоп. Давай на обгон. Фух. 50. Фух. Вот. Ну, уже считай процентов 40, да? Пройдено. В общем, там высоко-высоко еще. Подниматься и подниматься. Дыхание сбивается. 65? Ну, половинка есть, да? Расскажи последние новости. Мы прошли 120 ступенек. Крутых. Крутой подъем. Сейчас у нас будет крутой спуск вниз. Еще 120 ступенек. Не, ну спускаться это не подниматься. Это да. Но дыхалка, конечно, это не тренированная. Если бы каждый день так ходить. Угу. Ты как себя чувствуешь? Ну, замечательно. Еще бы, да, 200? Можно даже 300. Ничего себе. Где тут полежать можно? В любом месте ложись. Где полежать можно отдохнуть? Заросли, видишь, какие? Хорошие. Хорошие заросли. Прям как в лесу. От нас все отстали. Мы одни с тобой. Но мы никуда не торопимся. Они нас свернули на короткую дорожку. Mm. Мы пошли по самой длинной. Точно. Тут ягодок нету поесть. Каких-нибудь волчьих. Вороний глаз. Все, в путь. Отдохнула. Да, пойдем. Go to Роза хутор. Оба! Вперед из песни. Да-да. Последние шаги. Вот, вот метры. Наши последние шаги. Буквально 10 метров до выхода. Мы прошли этот путь в течение, наверное, 2 часов, да? Сколько мы шли? Ну, начали мы в 12:10. Ага. Сейчас сколько времени? Ну, без 20. Без 22, да? Угу. Ну, полтора часа. Полтора часа шли. Ужас.